200. Здравствуйте. И ДПС, лейтенант полиции Григорян. Что случилось? У нас сегодня специальное мероприятие по детским удерживающим устройствам. А у меня 12 лет ребенку пристегнутый, пожалуйста. Все, хорошо. Вопросов нет. Все. Можно документы ваши посмотреть? Документы, да. Рано утром в пятницу детей и их родителей у детского сада номер 15 в Иванове встречали сотрудники ДПС. Цель массовой проверки – соблюдение правил перевозки несовершеннолетних. В последнее время в ГИБДД регистрируют рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С начала года на территории Иваново зарегистрировано 31 подобное ДТП. Пострадали 32 ребенка. За аналогичный период прошлого года статистика выше, но настораживает то, что с улучшением погоды резко стало расти число аварий. За первые 10 дней мая не зарегистрировано в прошлом году ни одного ДТП, в то время как за первые 10 дней мая 2018 года зарегистрировано сразу 8 ДТП с участием детей. И связано это в первую очередь с тем, что погодные условия позволяют детям больше времени проводить на улице, водители транспортных средств начинают превышать скоростные показатели, и тем самым данные суммируются, и получается ДТП, что не очень-то приятно, конечно. ГИБДД отмечают, родители, которые понимают всю степень ответственности, становится больше, это не может не радовать. Когда я, например, вожу племянников на заднем сиденье, они у меня еще маленькие, я обязательно им говорю, что я поеду только тогда, когда все пристегнутся. В младшем возрасте очень важно, чтобы дети были в удерживающих устройствах, поскольку это правило безопасности элементарное. Даже если ты не нарушаешь правила дорожного движения, то есть водители, которые, к сожалению, могут оказаться опасными на дороге. Поэтому безопасность детей – это наша святая обязанность. Но все же, несмотря на массовые профилактические мероприятия, нарушители есть. И в ходе подобных рейдов они не остаются без штрафов. За первые полчаса проведения данной массовой проверки уже было выявлено 3 правонарушения, связанные с перевозкой детей без специальных детских удерживающих устройств, а также водитель, который сам не был пристегнут ремнем безопасности. В общей сложности за время рейда инспекторы выявили 7 случаев, когда водители не были пристегнуты и 3 детей перевозили без специальных детских удерживающих устройств. Но цель подобных проверок не наказать провинившихся, а напомнить взрослым о том, как правильно и самое главное безопасно перевозить несовершеннолетних в машине, ведь жизнь детей и их здоровье во многом в руках взрослых. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.